Ну что, ребят, здравствуйте, всем здравствуйте. Вот скажу кратко, это Dead Space. Не знаю, про что игра, я ни разу не играл. Я так понимаю, что как Mass Effect. Что-то похоже на Mass Effect, мне так кажется. Вот, поэтому усаживайтесь поудобнее. Наливать чайку, кофейку, покушать. Принимайте удобное для вас положение. Пледик обязательно, у нас такая традиция, ребят, такая вот традиция, да. И приятного просмотра. Мы начинаем. Так, новая игра. Мы 100%, ну, тяжелый или на среднем? Все-таки давайте тяжелый, ладно уж. Скажу честно, я заходил, посмотрел. Блин, мне кажется, ну, прям как кино, да, будет игра? Прям как кино. Вот, что я посмотрел, начало чуть-чуть так прям. И, блин, мне понравилось. Зачем заходил, спросите? Чтобы проверить, как все работает. Вот. Dead Space. Миссия CSR-529, статус Юджер Келлион, курс системы Агит, основной состав экипажа Айзер Кларк, Кендра Дэнлис, Кемент. Директива установить место хранения добывающих корабля USG и Шимура. Директива установить и устранить причину неполадок связи. Время до точки 3 минуты. Сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Сколько мороки из-за... Блин, ребят, реально, вот как кино. Вот серьезно, как кино. Блин. Мне такие игры нравятся, реально. Очень нравятся. Надеюсь, вам тоже. Кобальт, кремний, осмий. Так, и где же... Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Так это и есть Ишимура? Круто. USG Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG Ишимура, это аварийная бригада USG Келлион. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Надо усилить мощность передачи. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Кто там? Никто не может поднять трубку? О, это что такое вообще? Сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Да. С кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, ты ее слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Гравий-захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Ох, ё-ё-ё, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что с ним? Мы сбились с курса, мы врежемся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Перейти на ручное, быстро. Внутри магнитного поля. Тряхнулся. Отставить. Нет, я знаю, что делаю. Капрал, выполняйте приказ. Поле слишком мощное. Бан, блять. Вот тебе и пара-пара-пам. Перешли, блядь, на ручное управление. Классно. Вот и покатались. Вот и покатались. Все целы? Что? О чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуй мы отменить стыковку на этой скорости, нас бы размазало. О, тю, это я, что ли? Ты наш главный герой? Блин, на какого-то актера похож, да? Или нет? Какого-то актера похож? Или мне кажется? Я надеюсь, что кажется. Потребуется время на ремонт. Ладно. Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзек, я синхронизирую X с системой корабля. Это что? Все, готово. Показатели здоровья в норме. Хорошо. Тогда выдвигаемся.
У нас уйма 4 дел. Полосочки какие-то. Ля, смотри, ля, идет. Все? Все, что ли? Я один, что ли, пойду? Понятно. Здание добавлено. Так, что же делать? Бля, очень прикольная игра, очень прикольная. Графика похожа, даже чуть лучше, может быть. Может, похоже, как у Mass Effect первого, может, даже второго. Но, мне это нравится. Что... Так, да, это я знаю. Осмотреться, ага. Бежать. Все, окей. Так, ну нам сюда, да, я так понимаю? Блин, дайте-ка поставлю побольше сейчас. Наверное. Мышь чувствительность чуть-чуть побольше поставим. Вот так, наверное. Может, даже чуть-чуть побольше. Хотя еще, я думаю, будет лишним. Да? Да, лишнее. Так, сюда. Ну, честно, игра очень нравится. Очень. Очень нравится игра. Ну, вот как-то так. Блин, очень прикольно. Это что такое? Малая птичка. Можно понять? Ой, на У, да, поднимать? На Е. Да. Нет, все-таки много добавил. Все-таки много. Дайте поярче. Блин. Извините. Ну, пройдет. Это что за звуки вообще? Так, и я вот, наверное, даже вот так сделаю. Все, let's go. Да, вот так самое то. Так, здесь все поломано. О, понятно. Что мы одеты? Ну ладно. Эй, мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Бля, бежит. Бля, прикольно. Мне механика и графика, в принципе, нравится очень. Сюжет пока что тоже. Вот что это. Как это открывать? Он светится. Перебой с энергией. Эй, открой! Айзек, разберись с той дверной панелью. Что это, блядь? С какой? Так, включить и выключить двери. Блядь, ладно. Открыто. А, то включить двери? Подожди, я вот эту зелененькую могу включить? Блядь. Понятно. У них тоже какие-то, смотрите, синие штучки. Только у них разделены, а у меня нет. Да. Что это такое? Кто-то торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Бля, рама какая, я ходим, да? Эта консоль все еще дышит. Айзек, подключись к ней, может что-то узнаем. Кендра, постарайся запустить. Цепи обесточены. Не выйдет. Так найди, где есть питание. Так. Бля, прикольная игрушка. Будем прикольная. Отчет повреждений. Айзек, разберись с компьютером. Шо мне, как мне, блять? Используйте это локатор, экран карты. Это мягкий, ну, М, да, английский. Экран заданий, это DG, окей. Так, экран карты. А, вот, шо мне. Так, для чего мне локатор? Загрузить. Загружаем. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Да, братан, очень сильно. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала. Что мне это дает? А, типа сканирование? Карантин. Что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, замрите. Что это?
к лифту. Ты еще что? Ебать! Шо ты за хуйня, блядь? Ты кто вообще? Бля, звуки из Грисмода. Ой, бля, беги. Ну и нахуй, беги, 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 братан. Братан, беги. Беги, Айзек, убирайся отсюда к черту. Я бегу. Нахуй, 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 пошел. Фу, блядь. Я тихо. Бля, тварь. Что это вообще? Что, страшок, что ли? Не пойму. Блядь, страшно? Капец. Не, ну страшно. Блядь, что это за звуки-то? Не пойму. Бля, капец, конечно. Что это за звуки, повторяю? Так, это вот так? А, это миссия, следуй за охраной, найдите безопасное место. Что, как вот это открывать? Что это такое? Тут плачет, блядь. Cut of the looms. Так, ну... Ох, бля, перезарядить. Нака, да, все. Бан, бля, могу сейчас, подожди. Есть такое? О, здесь отрываются все. Ебать, охуенно. Отцов. Да, да, все, лол. Спасибо. О, вот для чего. Вот что это. Сюда, блядь. Спасите. А зачем? Ладно, погнали нахуй. У меня 6. О, блядь. Ну и нахуй, блядь. Чё это за хуйня-то, блядь? А, блядь! Пошёл нахуй. Сука. Тварь, блядь, тупая-то. Пошёл ты нахуй. Блядь, оно хавает меня. Блядь. Что это за хуйня, блядь? Подожди, а как мне инвентарь открыть? А, во. Вот. Конечно, использовать, блядь. А, во. Изи, блядь. Что это было, нахуй? Это страшилка, я повторяю, или что это, блядь? Что? Бля, это страшилка, что ли, не пойму. Блядь, это пиздец, какие-то хуйни здесь хавают, блядь, кого-то. Страшно. У меня, кстати, больше патронов, кстати, нету, блядь, самое интересное. У меня, кстати, классный прицел. Классный прицел тут. Блядь, что это за звуки, я не пойму. На телеграм, что ли, блядь? Включи, не пойму. Сейчас выключу, ребятки. Да, да, да. А, во, еще можно Е нажать. Нормально. Сука, давай, только выйди, блядь. А, никого. Говорит Бенсон, всем внимание. Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них. Осторожно! Назад! Назад! Так, короче, они любят лазить по шахтам, это мы поняли. Так, это мы поняли, а там что? Тут что? А тут... О, блядь. Что, блядь? Я забрал? Подожди. Блядь, страшилка, что ли, не пойму.
Мне такая страшилка не нужна. Страшно очень. Бля, нужны патроны. Ты, сука, смотри. Бля, это реально страшилка, ребят. Это такое себе. Айзек! Айзек! Шо? Айзек! Чао! Мы видели еще твари по пути сюда. Ты в порядке? Что да, это такое? Нормально. Откуда эти твари? Кто они? Ты ебу, что ли? Говори тише. Кто бы это ни было, они нам не рады, а половина дверей перекрыты из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый! Из-за тебя мы все погибнем! Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? До пульт управления накрылся. Но в инженерном отсеке должны быть запчасти. Сука, пиздят, ищем. Сломанная вагонетка блокирует Отлично. Нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет. Но ты можешь. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. А, да, блядь. А трыс-то не хочешь, блядь? Выстрекалась шклад и сменить задание. Поднять. Ох, сюда, блядь. Папочки нахуй такой, наверное. Так, подожди. А я могу сменить задание? Пути. А, я могу сменить задание, реально. Вот, если захочу, тут можно, типа... Так, ну мне, короче, вот в эту дверьку получается, да? Такая-то все не открывается хуйня. Все закрыто, блядь, ну и ладно. Так, ну эта штука, она не работает. Ага. А тут что у нас? Бля, страшилка реально жесткая. Требуется инфопанель. Так, она вот тут, скорее всего, есть. Можно сюда? Я отсюда же пришел, да? Да, я отсюда пришел. Значит, мы идем туда. Ну, погнали, что получается. Опа. План корабля. План корабля. Мы, скорее, где-то вот здесь находимся. Все точно? Давай, блядь, шо нахуй. Я, блядь, стреляю, знаешь как. Жестко. А, да? Так, ну мне логичнее, конечно, сюда пойти, но... Что-то манит вон туда. Ну, пошли потихонечку. Сука, вон, смотри. О, у нас их 10, нихуя себе. Я такого, блядь. Сука, я так и знал, блядь. Так и знал, нахуй. Блядь, серьезно? Сука, да иди ты на. Что? Что? Тварь, блядь. На того нарвался. Я так, я вот, блядь, ребят, я как чувствовал. Как, сука, чувствовал, что эта хуйня будет. Вот как, блядь, чувствовал. О, сюда нахуй аптечки. Так, и нахуй. Что за запись тут у нас? Че? А, сохранить игру? Давай. Принять. Я пока не привык, не помню. Смиту удалось грохнуть одну из тварей. Внимание! Не пытайтесь попасть им в корпус. Вы должны отсекать им конечности. Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски. Так, запомни, здесь... Так, лифт, он закрыт. Короче, здесь есть, если что, у нас сохранение. Окей, погнали. Вот. Мы сохранили с вами благополучно. Давай, блядь, что у нас? Сука такая, смотри, блядь, пугает. Я же знаю, что ты тут.
осторожен. Стрельба по корпусу мало что дает. Целься по конечностям. Разнеси их к черту. Это должно помочь. А, окей. Конечно, чтобы быть быстрее, для замедления врага отсекать его конечности. Че, Doom что ли какой-то играем? Давай, блядь, а ну нахуй. Ага. Ты, бля, посмотри. Это пизда, блядь, мужик. Это жесть. Это жесть. Но они, кстати, медленно идут. Очень медленно. Сколько у нас? Десяточка. Они медленно идут. Так, нам куда с вами идти? Ну, мы почти пришли с вами. Вот тоже будет сохранение скоро. Да. Там впереди будет сохранение. Сейчас тут какая-то тварь будет, да? Это что, блядь, было нахуй? Аккуратнее, блядь. Ну, подожди. Чего, блядь? Чё? Прицеливание? Ну. Окей. Похоже, дверь заклинивает. Попробуй открыть её стазис модулем, который ты подобрал. Ну, блядь. Каким, блядь, подключить? Чё? А, типа тут что ли надо как? Подожди-ка. Типа вот тут что ли может быть? А, нихуя себе. Замедляет время. Чё себе. Полезная штука. Так, сохранялка. Сохранялка. Ну, давайте сохранимся. Давайте сохранимся и, наверное, я думаю, закончим. Да, конечно. Да, конечно, перезапишем. И закончим на этом. В принципе-то. Вот такая будет серия, довольно-таки короткая. На что? На что знаю. Вот такая короткая серия получилась, чтобы просто посмотреть, что за игра. Страшилка жуткая. Но очень интересная игра. Очень интересно, мне очень нравятся такие игры. В принципе, все. Подписывайтесь на канал, вот этот колокольчик, да, вот это вот лайк, да, вот это вот обязательно. Подписка, колокольчик, этот колокол и лайк. Все. А комментарий уже по желанию. В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте.